Сегодня мы обращаемся ко всем нашим землякам. 31 августа нас ждет грандиозное событие. Столетие Сергиево-Посадского района. 100 лет мы были вместе, и теперь мы стали еще дружнее и ближе друг к другу. Ведь мы встречаем эту знаменательную дату в новом статусе. Теперь мы Сергиево-Посадский городской округ. Так вот, дети любят все новое. Нам интересно все новое. И мы пройдем на празднике колонны с завтрашнего дня, чтобы заявить всем, что это наш округ. И у нас на него большие планы! Должно быть много еды, разной и, самое главное, вкусной. Здоровье – наш приоритет. Подъем промышленного производства – достойная задача. План выполнен. Главное, чтобы все было без ошибок и грамотно. Сергиево-Посадский городской округ рулит! Следующая остановка – праздник! Часов Сергиев Посад. 100 лет Сергиево-Посадского района. 14:00 состоится детское шествие. Колонны завтрашнего дня. У вас есть нереальный шанс увидеть будущее своими глазами. Собирайтесь все на площади. И маленькие, и большие. Наш праздник – это вкусно! Весело! Грамотно! Здорово! На подъем!